Смотрите, как правильно должен быть расположен средний мост с проходным редуктором. Именно вот так и никак по-другому. Иногда я замечаю, что на моделях мост установлен по-другому, то есть перевернут. Получается, выходной вал находится снизу модели, да, если так смотреть. В данном случае он находится сверху, а некоторые ставят его снизу. Это неправильно. Мост работать корректно не будет.